насколько нужно быть внимательным, осторожным, насколько нужно смотреть и видеть дальнейшее твой путь. Одно слово, может быть, незначительное, я кого-то просто, ну, не выдержал, там, поругался, я с кого-то осудил, я... И оно, да, такое, мы без этого жить не можем, да, но это нужно все прижигать, это нужно все исповедовать. А если это не исповедуется, если это попадает в сердце, и ты с ним не борешься, оно не будет, понимаете, так просто таким каким-то мертвым грузом внутри тебя, оно будет расти. И будет удар. Это как мина замедленного действия.